13 марта прошлого года Назарбаев решением Есильского суда назвал демократический выбор Казахстана экстремистской организацией. Так вот, собственно, в этой резолюции четко озвучено, что демократический выбор Казахстана – это мирная политическая организация. По сути, то же самое звучит в докладах Госдепартамента США, и вы можете уже себе четко зафиксировать, что демократический выбор Казахстана получил международное признание. Если Назарбаев называет ДВК экстремистской организацией, при том всем, что мы публично озвучиваем свои политические и экономические программы, и нет ничего, чтобы противоречило нашему законодательству, мы будем добиваться мирной смены режима Нурсултана Назарбаева. И поэтому те пункты в резолюции, в котором четко говорится, что демократический выбор Казахстана – это мирная политическая организация, по сути, дезавуирует решение, которое принято Есильским судом, притом тайно, принято без присутствия нашего представителя. Никто это решение не видел. Судом деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан. Было задержано свыше 500 сторонников демократического выбора Казахстана. Они преследовались, и некоторые попали в тюрьму, в частности, вот Аблавас Жубаев, Асет Апишев и другие. Фамилии очень детально описаны. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.